Певец Валерий Меладзе, несмотря на критику спецоперации, продолжает зарабатывать в России миллионы рублей, но он не подвергся санкциям со стороны властей. «Нужно выдворять таких исполнителей из страны», сказал в беседе с «Народными новостями» член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров. После начала специальной военной операции по защите Донбасса певец Валерий Меладзе заявил о прекращении своей карьеры на территории России. Но позже поклонники стали замечать его на корпоративах богатых и известных россиян. К примеру, недавно он был замечен на нашумевшем юбилее фитнес-блогера «Лерчик» Валерия Чекалина. Меладзе увидели там вместе с Филиппом Киркоровым. Артисты, по предположению продюсера Дмитрия Ашурова, получили за выступление на частной вечеринке не менее 40 тысяч долларов, то есть, более 2 миллионов рублей. Также на юбилее Валерии Чекалиной увидели юмористку Екатерину Варнаву, которая после начала спецоперации уехала в Армению, где задержалась дольше положенного по туре времени. Вернувшись в Москву относительно недавно, Варнава буквально выпрашивала аплодисменты у зала. Денис Майданов выступил с инициативой, что подобным артистам надо не просто не давать возможности зарабатывать деньги в России, но и попросту выдворять из страны. «Я однозначно согласен. Время сложное, на самом деле, все это понимают. Народ думает, что, если Меладзе выступает тут спокойно, значит, он не враг. А если не враг, значит, говорит правильные вещи. А правильные вещи, значит, его заявление против СВО – это все звенья одной степи. Такие вещи нужно пресекать. Поэтому таким артистам нужно закрывать сцену в России», – сказал Герман Владимиров.